Рассчитываем, что сегодняшнее заседание позволит сверить часы по всем актуальным вопросам развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности на пространстве ШОС. Уверен, что большой вклад в достижение этой глобальной цели также внесет принятие сегодня концепции взаимодействия государств-членов ШОС в сфере умного сельского хозяйства и агроинноваций. Ladies and gentlemen, in order to modernize the agriculture sector in Pakistan, we have devised a comprehensive agriculture transformation plan. Государства-члены ШОС для России – это ключевые торговые партнеры. На протяжении последних лет объем взаимной торговли продовольствием стабильно растет. Сегодняшнее заседание предоставит благоприятную возможность для реализации потенциала государств-членов организации в сельскохозяйственной сфере и придаст новый импульс укреплению продовольственной безопасности. В 2021 году Чунгу сшиян лянши зонцан лян 6.8 ванни тун, би шаннян зэнгдан 2%. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения скоординированных внутригосударственных действий, механизмам мониторинга и оценки в области продовольственной безопасности, привлечения инвестиций в сектор, а также Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан имеет план приоритетных инвестиционных направлений по продовольственной безопасности. Considering the importance of millets in food and nutrition security, as well as climate resilience, the UN General Assembly on India's proposal has declared 2023 as the International Year of Millets. Главное, что несмотря на текущую обстановку, наше взаимодействие не прекращается, и перед нами стоит множество задач, требующих совместных решений. Нам вместе необходимо принимать качественные и своевременные меры для наращивания взаимовыгодной торговли. На наш взгляд, можно посредством кооперации и объединения общих усилий. Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие наших стран. Принятая странами-членами стратегическая программа ФАО до 2031 года нацелена на оказание поддержки странам по переходу как раз к более эффективным, инклюзивным и устойчивым агропродовольственным системам для улучшения производства, питания, окружающей среды и жизни, так, чтобы никто не был забыт или обделен. Считаем, что сегодняшнее мероприятие прошло в продуктивной и конструктивной атмосфере. Убежден, что каждая наша подобная встреча и в будущем приведет к новым результатам и откроет широкие горизонты для расширения долгосрочного стратегического партнерства в аграрной отрасли и в сфере продовольственной безопасности между нашими странами.